Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать имитацию нимфы веснянки, по-другому Stonefly нимф. Сегодня вам покажу вариацию, которая заняла второе место в этом году, в 19-м, на соревнованиях EFFA в категории нимфы. Использовать для этой мушки мы будем крючок DMC-200R. На 10 номере будем вязать. Устанавливаем крючок в губки тисков. И приступаем к монтажу. Монтажную нить мы будем использовать темно-коричневую. Юни. 8.0, но даже не коричневый, а цвет кэмо. Приступаем к монтажу. Фиксируем монтажную нить у колечка. Излишки отрезаем. В качестве глазок мы будем использовать... На соревнования вязал, конечно, я глазки делал из обычной лески, которая опаливается с двух сторон. Но в данном варианте мы свяжем мушку с глазками, сделанными из вот такой вот, таких вот шариков. Из браслетов. Продаются в любом рукодельном магазине. Отрезаем нашу пару и устанавливаем на цевьё. Устанавливаем вот таким вот образом. Глазки были вот в этом положении. Жало будет смотреть у нас вверх. Зафиксировали глазки и фиксируем их получше. Проматываю восьмерочкой влево-вправо. Также снизу прихватываем. Далее сформируем подложку по цевью. Тело мушки у нас будет заканчиваться примерно вот в этом месте. Монтажную нить переведем немного вперед. Примерно до... Даже, наверное, чуть больше. Уходим вперед. Наверное, вот здесь вот где-то оставим. И будем фиксировать такой материал, как свинцовая проволочка 0,20 диаметром такая. Отрываем один кусочек, выравниваем. Возьмем сюда. Вот здесь вот в этой точке. Фиксируем свинцовую проволочку таким образом, чтобы она находилась сбоку цевья. Поправляем. Проволочка находится сбоку цевья. И таким вот образом проматываем виток к витку.
Проматываем примерно до вот этой точки. Точки, где... Ну, вот примерно здесь. Излишки мы отрываем. Острый край. Мы видим, что у нас остаются острые края. Мы их ногтем можно немного приплюснуть. Свинец у нас мягкий материал. С одной стороны и с другой. И прошу вас обратить внимание, проволочка находится ровно сбоку цевья. Повторяем ту же самую операцию и для другой стороны. Переводим монтажную нить сюда. Фиксируем свинцовую проволочку. Поправляем при необходимости. И также закрепляем по цевью. И также отрываем. Излишки. Поправляем скос. Переходик более плавный с одной стороны, с другой. Ну и можно это все дело еще раз промотать. И вот у нас получилось такое немного расплюснутое тельце. Переводим монтажную нить до края, до точки, где у нас будет формироваться чуть-чуть отличная от тела точка. Можно экспериментировать, цвета выбирать разные. Я сделаю зелененький. Сейчас сделаем утолщение, чтобы в дальнейшем установить хвостик и развести этот хвостик по сторонам. Сделали даббинговую нить и делаем утолщение теперь. Данной точке. Далее мы берем гусиные биоты. Вот у меня темно-коричневая тониарда. Устанавливаем один биот с одной стороны и второй с другой. Слишком длинный делать, думаю, не стоит. Прикладываем и закрепляем. Фиксируем в одной точке, поправляем. Берем второй билд и повторяем ту же самую операцию с другой стороны. Но при этом не забываем соблюсти симметрию по длине хвостиков. Фиксируем. Поправляем наши биоты. Они, видите, разведены, симметричны. Ну, теперь это все дело можно закрепить, окончательно промотав по цевью. В принципе, будет достаточно.
излишки отрежем. Края также зафиксируем. И закрепляем следующий элемент. Это такие латексные полоски коричневого цвета. Фиксируем латекс и проматываем до точки крепления биотов. Вот таким вот образом. Так, готово. Ну а теперь нам требуется сформировать немного тела. Даббинг буду использовать коричневого цвета. Формируем даббинговую нить, делаем ее тонкой, толстой сильно не надо. И формируем тело, прикрывая все, что у нас находится снизу. Ну, еще чуть-чуть можно добавить. Вот, примерно в этой точке закончится у нас тело мушки. И надо оставить место для того, чтобы сформировать чехольчики. Давайте с вами сейчас вот эти торчащие уберу. В нашем случае они не нужны. В других случаях, наоборот, это хорошо, но у нас тело будет выполнено из латекса. Ну, здесь в данном случае никто не мешает, допустим, оставить тело таким вот, какое оно есть. Латексную полоску просто накинуть сверху и, допустим, сделать сегментацию проволочкой. Ну, я сделал так. Ну, сейчас я введу монтажную нить немного вперед. И буду формировать тело мушки с помощью системы ротари. Первые обороты делаем потуже, следующие можно уже немного подослабить латекс, чтобы вот было видно более-менее сегментацию мушки. Сильно не натягиваем. Ну и примерно вот в этой точке можно уже перехватить. Сейчас мы отмотаем и перехватываем наш латекс. Излишки отрезаем. Все это теперь окончательно закрепим.
подведем все к точке крепления последующих материалов. Вот. Далее нам требуется такой материал, как хвостовое перо фазана. Такие вот бородки. Отрываем бородок 8, побольше. Таким вот образом. Фиксируем это сверху цевья. Поправляем. Распрямляем бородки на ширину. Излишки теперь мы можем подрезать. Теперь берем тот же самый даббинг коричневого цвета. Формируем даббинговую нить, закрываем переход. И производим следующую операцию. Берем даббинговую иглу, переламываем бородки фазана через иглу. Таким вот образом прихватываем монтажной нитью. Вот с этой стороны лучше вам буду показывать. Расправляем бородки фазана вот таким вот, вот образом. Монтажную нить подводим ближе к точке крепления, где у нас должно все там дело быть. И придавливаем наш кейсик таким вот образом. Монтажную нить подводим сюда. Излишки отрезаем. Далее фиксируем следующий такой пучок бородок фазана, бородок 8. Прикладываем, фиксируем, расправляем. Немного затягиваем, пару фиксирующих оборотов и излишки отрезаем. Ну, теперь не вместо, а перед операцией с даппингом мы установим лапки. Лапки делаются также из гусиных биотов. Устанавливаем с одной стороны. Задние лапки мы делаем чуть подлиннее. Ну, так, длину тела, допустим, взять. Фиксируем с одной стороны. И устанавливаем такой же биот с другой, точно такой же длины. Теперь это все дело закрепляем более крепко. Излишки отрезаем.
выравниваем площадочку и монтажную нить вводим обратно к точке крепления биотов и закрываем это дело даббингом. Также берем даббинговую, переламываем бродки фазана. Ну, подхватим вот сейчас и уже выровняем по месту. Отрегулируем длину, какую нам надо. Вот такой будет достаточно. Расправим, поправим, убираем иголку и придавливаем. Вот таким вот образом. Ну, можно чуть-чуть немного приподнять. Так. Закрепляем более крепко, излишки отрезаем. Повторяем ту же операцию, устанавливаем бородки хвостового пера фазана. Дело расправляем. Излишки отрезаем. И устанавливаем следующую пару лапок. Уже делаем покороче. А, и забыл вам сказать еще одну такую вещь. Пилру биот имеет вот такую вот форму, немного изогнутую. Вот изогнутой стороной мы так и устанавливаем перо, биот, точнее, к цевью. Следующую пару лапок делаем уже чуть покороче. Таким вот образом фиксируем с одной стороны. И фиксируем с такой же, с другой стороны. Поправляем, чтобы все было симметрично. И закрепляем. Излишки теперь отрезаем. Добавляем даббинг. Много здесь не надо. Закрываем эту часть всю. Переводим монтажную нить вперед. И накрываем также следующий чехольчик. Таким вот образом. Пару закрепительных оборотов, фиксирующих точнее. Поправляем чехол нужной нам длины, выравниваем бородки, расправляем, вытаскиваем, придавливаем.
Но в этот раз уже мы не отрезаем вот эти бородки, мы отводим их назад. Точнее, мы можем их отвести вперед. Да, отведем бородки вперед. Далее вот эти оставшиеся бородки мы отводим вперед. Колечко. Делаем один фиксирующий буквально оборот. Возвращаем монтажную нить перед глазками. И здесь установим еще последнюю пару ножек, уже поменьше размером. Прикладываем, фиксируем. Пару еще фиксирующих. И ту же самую операцию с противоположной стороны. Прикладываем, фиксируем, поправляем как надо, смотрим, что все симметрично, и окончательно закрепляем. Излишки отрезаем. Теперь мы все это дело закроем. Опять же, даббингом чуть-чуть буквально. И вот эти остатки бородки, бородок пера хвостового фазана отводим таким вот образом назад. Делаем пару буквально фиксирующих оборотов и переводим монтажную нить под колечко. Здесь также пару оборотов, берем наш узловяз и делаем финишный узел. Монтажную нить отрезаем. Излишки вот этих бородок также приподнимаем и аккуратненько, ровненько срезаем. Далее иглой все это дело мы поправляем. Просовываем обратно в отверстие, немного приподнимаем чехольчики. Такие вот делаем. Я вот смотрю, у меня тут одна бородка вылезла. Ничего страшного, мы можем ее удалить. Бывает и такое. Не страшно. Поправили чехольчики. Сделали такие вот более объемненькие. И далее. Далее мы сначала сделаем лапки теперь. Лапки мы будем фиксировать лаком УФЭ. Начнем, наверное, с передних. Делим примерно пополам всю длину. Вот есть длина лапки.
Вот мы посередине берем и просто отгибаем. Раз. Придавливаем пальцем. Повторяем эту же операцию с другой стороны. Придавливаем пальцем. Вот так. Но чтобы закрепить этот эффект, чтобы у нас лапки всегда смотрели вот таким вот образом, чтобы закрепить этот результат, мы всегда добавляем капельку УФ-лака на изгиб. Вот смотрите. Прямо на загиб добавляем капельку лака. Добавив капельку лака на сам изгиб, обязательно придерживая пальцем лапку, чтобы она не выгнулась в обратную сторону при моменте, когда вот он отверждается под действием ультрафиолета. Придерживая лапку, мы ее засвечиваем. Есть. Повторяем эту операцию с другой стороны. Добавляем на сам загиб. Придерживаем лапку. Засвечиваем. И продолжаем делать те же самые операции для всех последующих лапок. Придавили, задали форму, поправили, добавляем капельку лака, все как обычно, капелька лака, передержали пальцем, зафиксировали. Повторяем, капелька лака. Зафиксировали. Придавили, придали форму, которая нам требуется. Вот такая. Засветили. И последние задние лапки. Как вы заметили, мы их гнем примерно посередине. Придавили. Придавили. Вот такие вот задние лапки. Капелька лака. Задаем форму и засвечиваем. Вот так вот мы разобрались с лапками
мушки. Далее мы берем уже побольше лака и наносим на сам чехольчик. Прям не боимся, делаем его более крепче. Добавляем глянец. Ну и можно еще разочек пройтись. Далее возьмем черный маркер и подрисуем наши глазки такой черный цвет. С одной и со второй стороны. Конечно же, с цветами можно экспериментировать, мушку делать под ваши особенности. И не забываем обязательно добавить лак на наш финишный узел, потому что это также не менее важно. Прямо в область глазок добавляем лак. Добавляем обычный цементирующий лак глубокого проникновения. И наша мушка готова. Получилась вот такая вот у нас весняночка на 10-м номере.